Театр «Свободное пространство» всегда удивляет своего зрителя прежде всего нестандартным воплощением сценического материала. 27 августа труппа в лице одной актрисы Валерии Жилиной покажет отрывок жизни Марины Цветаевой. Режиссер Александр Михайлов говорит, что поставить повесть о Сонечке он решил не случайно. Это совершенно удивительные, гениальные страницы русской литературы, русской прозы. И мне кажется, очень правильно и хорошо, что мы этот сезон, который проходит в год литературы, мы открываем именно этим спектаклем. У зрителей будет возможность услышать не стихи, а прозу великого русского поэта, а также лицезреть один из драматических периодов жизни Цветаевой. Время разрухи после гражданской войны и грянувшей революции, время потерь и расставания. Нет! Она завтра не встала! Ее завтра нашли в поле! О, почему не взял ее с собой в стане, не взял с собой шум? Бормочет, как сонная. При этом и сам театр сегодня переживает нелегкие времена. Здание закрыто на реконструкцию. К тому же в новом сезоне на большую сцену рассчитывать не придется. Городской центр культуры в предоставлении сцены театру отказал. Будем работать во Дворце пионеров. Хорошее здание, конечно, тоже не театральная площадка. Очень ждем, что